Сегодня я хочу приготовить вот такую сочную и вкусную буженину. Готовится она легко и просто. Рецепт, так бы сказать, я придумала сама. Ну что ж, поехали. Сегодня я хочу приготовить мясо, как бы на Пасху. Вот есть у меня такой кусочек, 1 600 грамм. А вот я взяла соль обычную и приправу для мяса. Вот соль, приправа. И это просто обычное масло подсолнечное. Сейчас я это все смешаю и намажу этот кусочек. Берем все вот так вот и смешиваем. После того, как перемешали смесь, обильно натираем с обеих сторон. Вот так вот. Можно руками втирать. Теперь я заворачиваю фольгу и отправляю в холодильник на ночь. И завтра с утра или в обед положу запекаться. Здесь 1 600 грамм, с расчета где-то 1,5 часа будет оно запекаться. Завтра покажу. Мясо вышло, просидело в духовке при 220, где-то 1 час 40 минут оно было в фольге. И вот я пробовала, действительно мягкий, нож входит хорошо. Я думаю, что оно готовое, у нас рабочий процесс, Пасхи уже готовы, вот мы, яйца будем красить завтра суббота. А мясо остынет чуть-чуть и покажу, какое в разрезе. Итак, ребята, хочу сказать, что по этому рецепту мясо вышло мягким, вкусным по вкусу и хорошо пропитанным. Такая вот постная буженина и вот такая вот в разрезе. В общем, как я люблю. Я не люблю жирненькое. Мне этот рецепт понравился. Если вам понравился, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И поздравляю всех с праздником Великой Пасхи. До новых встреч. Всем пока-пока.